showed it when I needed it. You showed me love when I was a wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Опа-на! Кто сидел за пятым компьютером? Кто сидел за пятым компом? Шарик украли. Твою мать! Опять из зарплаты вычтут. Доброе утро! Здравствуйте. Здравствуйте. Всем здравствуйте. А кто это? Ты дурак? С экзамен сейчас с ним вообще-то. Ебать. Понял. Настя, а что за следующая пара? А у нас следующая лекция по матанализу. А, блин, там отмечает он, да? Нет, но там ходить нужно, он сказал. Антон? Надеюсь, уже все пришли. Здрасте. Здрасте, за первую парту, пожалуйста, садитесь. Ебать, я встрял. Бля, чувак, я уже устал проебывать. Завтра 4 пары, давай вот реально договоримся, что завтра идем на все 4, окей? Да, чувак, я согласен. Мы с тобой, блядь, вообще не ходим, поэтому завтра мы 100 очков идем на все пары. Не, ну в другой раз на все пойдем. Да, просто не сегодня, реально. Я больше никогда не буду играть в Brawl Stars. Я сломал телефон. Мне пипец от родителей. За ногами, чтоб не это. Два, три! Yeah. Тройничок! Хули, никто не прыгает. Одной рукой не хватит, ты силач. Блядь, это все катан надо мной. Ебаный, сука. Я прыгаю или ты? Да, ты. Серёжа, я ловлю, погнали. Погнали. Макс, давай ты в конце сальтуху. Ну я ебашу. Давай, сейчас прям, давай! 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 Хуярь, блядь! Тебя тут мелко, сука! Я подваливаю, на Макс, я только сейчас увидел. О, блин! Хуево! Бля! Дорогие зрители, перед вашими экранами мы, специалисты бандеровской Украины, проводим эксперименты над шимпанзе из Винницы. В данный момент самая отсталая шимпанзе Виталий пытается перекинуть стенку. Это будет долгий процесс, что даже ваши будущие дети с вами будут наблюдать за этим. Я залезла на трон, потому что золотой. Моя дочь ревнует, пока я в клубе не сел. Теперь перейдем к вашему оружию. Оружие имеет свойство перегреваться, поэтому я дам несколько советов, чтобы не допустить этого. Первый совет – стреляйте одиночными выстрелами. Второй совет – можете стрелять очередями,
Но старайтесь как можно точнее это делать. То есть наводите прицел, желательно в голову, и тогда вы поразите противника моментально. При этом ваше оружие не перегреется. О, смотри, какая кошка. Или это собака? Блядь, ты что, тупой? О, мама что ли идет? Мам! Ю, чувак, смотри, там белка на дереве. Чё-то не вижу. А, блядь, кому я это рассказываю? Да блядь. Интересно, что он фоткает? Бля, хорошо, что зум в камере есть. Вот, ваши очки готовы, можете примерить. О, спасибо. Ну как тебе? Вау. А чё ты на меня так смотришь? Охуеть. Да что? Такой ты страшный, оказывается. Пиздец. Сука. Насколько в Швейцарии чистый асфальт? Попросила дочку надеть белые носки. Насколько в моем доме чистый пол? Я всегда хожу в белых носках. Других носков у меня нет. Давай посмотрим на их подошву. Асфальт в Швейцарии чище, чем полы у меня дома. Заебись. Короче, я встретил Влада бумагу. Эй, Влад! 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 Нюхай бебру! Влад! Пизда!